Уже через час в Москве должны начаться переговоры глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Джона Керри, который прибыл с рабочим визитом. Поездка госсекретаря, как отметили в нашем МИДе, осуществляется по настоятельной просьбе американской стороны. Как ожидается, в центре внимания будет сирийская проблематика. Этой теме как раз был посвящен недавний телефонный разговор Лаврова и Керри. Обсуждались выходы из сирийского кризиса, в частности, формирование делегации патриотической оппозиции для участия в переговорах с властями страны под эгидой ООН. Была отмечена необходимость в составлении списка террористических группировок, действующих в Сирии. Об итогах переговоров сегодня же будет проинформирован президент. Как сообщили в пресс-службе Кремля, Владимир Путин примет Сергея Лаврова и Джона Керри. Не исключено, что в повестке дня глав внешнеполитических ведомств будет инцидент с российским бомбардировщиком Су-24, сбитым союзником Вашингтона Турцией.